Еще один потенциальный фаворит Кубка Европы – подмосковные Химки сошли с дистанции. Появилась возможность остановиться, осмотреться и вспомнить все. Никита Балашов и детские фотографии партнеров. Значит, Универсиада, тогда это, наверное, заряжка. Не там, что бородатый явно, но не знаю. Больше ни на кого не похож. Лесни влево. Ну, это вроде как хвост. Да? Или нет? Он из Иванова, кто знает, что у него там. А, это Василий Николаевич? Так, это тоже кто-то старый, видимо, и седой. Папа. Вот это, я думаю, что это какой-нибудь Панкрашов. О, ну это, ну, это он, мне кажется, да. А кто еще такой белобрыс? Вихрь? Куртинайтис? Ладно, там попроще следующий. Судя по автомату. А, вот здесь, а, Моня. Вот так, блин, ну так тяжело понять сразу, когда не знаешь, где искать.